Рассмотрим процедуру настройки системы автоматической калибровки. Для настройки надо нажать две кнопки счетчика и паузу одновременно. После чего нажимаем кнопку настройки. И надо подвинуть вот этот вот верхний сегмент в нужную точку. Вот в какую точку? Не совсем понятно. Три режима, три разных частоты. Надо выставить уровень генерации сигнала. Для выхода надо нажать Reset.